200 граммов плюс овощи – это очень действенная и помогающая расстаться с нежелательным весом диета, которая не требует кардинальных изменений в привычном меню. Данная диета поможет в первую очередь тем, кто не умеет контролировать свои порции и не может совладать с собственной силой воли. В чем заключается суть такой диеты? Суть данной диеты заключается в употреблении минимального количества пищи каждые 3 часа. Такой интересный подход помогает существенно сократить размеры желудка, в результате чего человек постепенно приходит к тому, что для насыщения ему будет достаточно малого количества еды. Кроме этого, он сможет научиться разумному и регулярному питанию, что даст возможность наладить правильную работу ЖКТ. В меню допускается использование самых разных продуктов. К тому же, благодаря такой схеме питания, в организм будут поступать все необходимые питательные вещества и микроэлементы, что позитивно скажется на наше самочувствие. Выделяю следующие основные преимущества диеты: четкий график питания и объема порций, уменьшение объема растянутого желудка, нормализация уровня сахара в крови, улучшение усвоения питательных веществ. Единственный минус заключается в том, что данная диета не подходит людям, страдающим от хронических заболеваний, а также беременным и кормящим мамочкам. К основным правилам диеты относятся: прием пищи не должен превышать 200 граммов. При этом овощи можно потреблять в неограниченном количестве. Перерыв должен составлять не менее 3 часов. Ежедневный рацион может состоять из самых разнообразных продуктов питания. Все зависит от индивидуальных предпочтений худеющего человека. Запрещаются все напитки, которые содержат сахар. Кроме этого, необходимо потреблять 2 литра воды ежедневно. А также стоит воздерживаться от использования майонезов, кетчупов, соусов, полуфабрикатов и жареной пищи. Сидеть на этой диете можно сколько угодно. Чтобы правильно войти в диету, рекомендуется накануне устроить разгрузочный день, например, на овощах или гречке. Результаты диеты впечатляют. Это схема, которая позволяет придерживаться правильного питания, просто не превышая данного объема порций. Такой порядок питания легко входит в привычку. Лишние килограммы легко сбрасываются и не возвращаются, ведь благодаря уменьшению объема желудка есть практически не хочется. Понравилось видео? Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем мир, до новых встреч, пока!